вы сейчас послушали, вы должны будете ухватить самую суть. Самую суть того, о чем я хочу сказать. Ей досталось, она у нас как пионер. Значит, на себя взяла она. Это здорово, молодец. Это очень трудно, очень трудно. Я понимаю, прекрасно. Ты выдержала экзамен, молодец. Хорошо тебе также закончить экспериментку. Вот. Только помни о том, что если ты себя позиционируешь как мецо-сопрано, а Любава – это центральная мецо. Перестань, пожалуйста, говорить. Так, для приличия. Да, значит, как это? Любава – это центральная мецо-сопрано. Он должен быть более сконцентрированным, более собранным. А ты очень величинный, хороший. Я говорю, два образа идентичные. Полтова, речечка, Джорджи, и ты за Джорджа. А вот он должен выиграть, естественно, речку из земли. Хотя это тянет к земле. Понимаешь? А это все протекающее. Поэтому, значит, ты должна все поменять. Ты знаешь всю партию или только Арию? Yeah.